Ты можешь уже ready прожать? Я зомби могу делать. Стоит такой. Ну дело, блин, заебался. Да, вот эти. Я нажимал тогда. Может, что-то поменяли еще? Взяли? Пацаны, я кое-что положу на ушки. Че? Ей, кажется, второй так знал. Пора кому-то умирать. Я буду, я ничего не покупал. Ой. Мои карты. Свет есть. Крылья. Ты заебал. О, круто. Это жизнь сырая. Кому-то, прикинь, можно запомнить. О. Мои карты, говорю. Всё. Чего? Я её положу в стюк. Сфоткайся, Костя. Восемь. Но... Не тут. Че, испугался? Настя на кошмар играет. Харе, захрени, давай работай. Ты еще и да заколебала, слышь. О, ЕМП-2 на машине. Вот он здесь, может быть, отпечатки на машине могут быть. Не знаю. Блин, ну температура здесь большая. Может, она где-то, значит, на первом. Давайте-ка все трое вздохнем сразу вот нычки и посмотрим, кого вылечится, либо. Я Леша. Твой путеводитель в мире игр. Никита, давайте сдохнем втроем, посмотрим. Давай. Это моя нычка. Нет, моя нычка, забил. Где? Я первый, видишь, я здесь сижу, блять, уже. Я здесь всегда прячусь. Пошел в шоп. Это моя нычка. Удачи вам там, блядь. Ну да, в подвале даже безопаснее будет. Наверное, это гараж, потому что там только несколько температур. Да, в подвале просто нычек нет, ну да ладно. Он туда не спустится. Да вообще. Что в подвале делать? Там только дорики сидят. Ну тут негде пятс. Вот есть, неплохое место. Закает за канистры. Вот, слышь, вот нычка, смотри, иди покажу. Подвале. Все, заходишь. И вот тут прячешься. Смотри, какая смотри, штука. Какая тебя, штука. Тебя не видно за ней. Как залезли? Ну, бля. Нормально. Так далеко не заходит. Там есть просвет. Короче, буду прятаться у него в гараже. Непобедимая острота. В гараже вообще ничего нет. Так что лучше в подвал иди. Там говно нычки, не лёг, там просвет есть. Блин, вообще негде прятаться, стоп. Можешь со мной побежать? Это ты можешь со мной побежать. О, 5,2 в гараже. Несу
зону хрени, блокнот и камеру. Где-то вот здесь вот, мне кажется. Вот 5,5 вот здесь. Ну, это самый низ, который... Вот 3,3. Вот, я кинул термометр, где я видел. Не-не, вот сюда. Мне послышалось, я жду тут во всех. Заколебал тогда, хлопальщик. Я в тильте. Тут картина упала. Дебил. Да там этот дурак перенял свою привычку. Понеслась, ребят. Старалась хер не закрывать дверь. МП3, гараж. The pool. Ты шо вообще? Дьявол. Какой дьявол, да его зло. Ну ты, конечно, переводчик. Ладно, потом надо будет это самое. Фотограф сразу взять. Знаешь, блин, английский язык. Дэйл, дьявол, хорош. А как это переводится, блядь? Зло, дэйл. Не знаю, как. Ты знаешь, что у английского много значений одного слова? Много. Ну. А дьявол, по-твоему, как переводится, блядь? Шоколадка, блядь, ты моя. Ну, как дьявол, блядь, на английский, да. Быстро. 5 секунд. Окей, Google. Ну ладно, беру сейчас обратно. Я шоколадный заяц. Лишь бы на стриме. Что у нас по заданию вообще? Сори. Мой брат мой хейтер, блядь. Тут? Это твоя комната? Ответь мне. Молодой. Хотя, ладно, пока тут оставлю, я принесу ультрафиолет. Что-то я карт не вижу, блядь. Никит спиздил. То есть ты спиздил мои карты, блядь? Не. Не. С тобой, блядь. Сиди там у себя, блядь, в чулане, нахуй. О, пишет. Ой, хорошо. Хорош. В чей блокнот? В мой? Нет, в мой, я его купил, понял? Сам свечку за упокой. Ух ты. О, идет. А фоткать будете? Здорово. Идет, стой. Подожди 5 секунд, брат. Где фотик? Где он стоял? Где фотик? Я не знаю, я не беру никогда фотик. Зашибись. Онна. Чё, Лёх, будешь карты искать? Или карты? Ах да, это ж Саша, нычка, блин, да.
Да-да-да. Что вы тут? Карты где-то зоны колдуют. Реально ищете? Я скажу вам так, парни, я их сам не нашел. Там странная история вышла. Я не виноват. Где-то их. Не скажу. Че, обосрались, да? Пересрали, так и вижу. Просто тебя. Я вот там вот так, я Лёха сидит. Я там бегаю фотку, не волнуйся, сиди прячься. Фотик есть, блин? Упиздал, да. Убей меня. Пидор. Ты кошмар, он двоих ебанет. Ну я воскресну. I'm here. Предлагаю по таблеточке вливать. Принесите соль, пожалуйста. Еще один целик. Ну вдруг это мираж сраный. Тут есть соль. Я просто попросил ее принести. Так там, блин, она из путает по лизунцу, что-то еще. Где карты? Где карты, говори. Нет. Опа, слышу, выключи, призрак на огонёк, по-моему, видел. Выруби свет, выйди отсюда. Выруби свет, выйди отсюда. Заебёте, блядь. Ну, это не мираж, ладно. Хватит топ-то. Нихуя себе. Дискотека. Нет, ну что это такое за новый вид охоты, блядь, нахуй? Я уже в нычке, нахуй. Солью закидываюсь. Спрятался. Да похую на это. Работа, блядь. Хуйня.
Закиньте по таблеточке. Ходит. Блядь! Блядь! Ебать, я его там обводкал, на. Это была неохота, по-моему. Молодец, он даже не стал искать особо номер, это под фотки стоит нехороший. Фоточек, фотограф сраный. У нас уже есть фотка призрака на 3, потому что... Угу. А ты, блин, осталось 7 за 7, блин. Да я прям ему спину, блядь, его фоткал, блядь. Но он был такой, как, знаешь, как колокольчик в инвизе. Ну не то бывает, их различают на кошмаре, типа он там моргает, не моргает, в полном обличии. Он появлялся, как обычно, где спал. Где карта говорит? Блять. Заебал он бы был. Это. Давай, раз на раз. Раз на раз. Быстро. Вижу. Он испугался, не ушел. Он сам врубил свет. Блять, есть что-нибудь? Мне пиздануло нахуй, ну нет, блять. Ой, я воскрес, поистине воскрес, да. Бля, алло, микрофон не работает, алло. А что случилось? У вас катка еще идет? Мне что-то просто, блядь, чувак, парад стал пиздеть. И черный экран, фазмофобия. А Настя вернулся, чисто ответил. Чувак, вон, который на стрим зашел. Да, у нас все нормально. Блядь. А у меня что такое? Найс, фазмофобия. Вот так вот, а я воскрес. Все еще бета. Какой ты слепый уж. О. У меня вообще новая катка началась. Соло. С кем я разговариваю? Yeah. Отсоединение. Ну и ладно.